Всем привет, это Лиза Краснова и взрыв на макаронной фабрике. Вчера у нас была прекрасная съемка новогоднего видео от бренда Yves Rocher. Я была там вот таким веселым одуваном. Проснулась сегодня утром и подумала, что почему бы не воспользоваться такой прекрасной возможностью порадовать вас новым образом. И сегодня у нас развлекательное видео, ваша любимая рубрика «А ты не лопнешь», поэтому, если вам интересно узнать, что прекрасного мне прислали бренды в этом месяце, то продолжайте смотреть это видео. Раз уж я заговорила об Yves Rocher, начну с той корзинки, которую они мне прислали. Она пришла вот буквально на днях, и она очень красивая и съедобная, поэтому ее нужно показать в первую очередь, чтобы быстренько все оприходовать. И вот она, эта замечательная корзинка, все в стиле Прованса. Во-первых, я просто тащусь от этих колосков. Мне кажется, что они обязаны украсить нашу экибанку. И что было здесь внутри? Ну, кроме прекрасных даров природы, здесь были новые продукты. 4 вот такие миниатюрные маски, а здесь, нет, не так, 3 маски, насколько я смогла понять. И один скраб с абрикосовыми, с пудрой абрикосовых косточек. Во-первых, мне очень нравится этот формат, они совсем миниатюрные. Здесь 30 мл, это прям супер идеальный вариант для того, чтобы попробовать что-то, для того, чтобы как-то разнообразить свою бьюти-рутину, и чтобы брать эти средства с собой в путешествие, если вдруг есть необходимость. Еще 4 цветные штучки, я так понимаю, что это корректоры для всяких несовершенств. Здесь есть лавандовый, зеленый, персиковый и желтый. Кстати, вот таким персиковым, не конкретно этим, а вообще персиковым оттенком, действительно очень хорошо скрывать темные круги под глазами от недосыпа. Так что обратите внимание, если у вас есть проблема темных кругов под глазами. Кстати, если вас будет интересовать, на мне сегодня вот такой хайлайтер от Yves Rocher, вот эта светлая его часть. Я слышала, что не все как бы без ума от этого продукта, но мне кажется, что он очень красиво дает сияние. Это не была новинка, просто я его сюда положила, чтобы не забыть вам показать, потому что вы часто спрашиваете про хайлайтер. Также 2 новых средства, это матирующий тональный крем. Мне нравится, он называется Супермат, и здесь такая эмблема, знаете, как у Супермена. Очень много антуража для фотографий. Новый аромат Mon Evidence Le de Parfum. Написано сзади, что это аромат для того, чтобы воссоединиться со своим внутренним я, что-то типа такого. А также здесь дневной флюид Эликсир Женес, новая успокаивающая маска с антивозрастным эффектом, если я смогла правильно понять. Уход, хайлайтер для лица. Вот этот продукт, мне очень интересно, что же он делает. Давайте вместе с вами откроем, что это за такое волшебное средство хайлайтер. Мне просто прям очень интересно посмотреть. Возможно, это будет какой-то крем с подсвечивающим эффектом. Стеклянный, кстати, флакон. Вот такой вот продукт, это как бы крем. Здесь есть очень-очень мелкий такой шиммер, но в принципе его вообще-то не сильно заметно. И я думаю, что это просто средство такое, придающее сияние. Воу-воу-воу. Сейчас подождем, впитается оно или нет, или останется вот такой вот. Видите, такой влажный финиш. Мне кажется, что это действительно классное средство для людей с сухой кожей, которые ищут такое подсвечивание. Зимой, либо же на весну, когда кожа уже такая уставшая от всего на свете. Перейдем дальше. У меня пакетик от Top Cosmetics. Это дистрибьютор разных профессиональных марок. И здесь у меня набор от бренда Кристина. Боже, я помню эту косметику еще, когда у меня были проблемы с кожей. Слава богу, они закончились. Я ходила к косметологу, она делала мне всякие пилинги, чтобы выровнять рельеф кожи. Я помню, что у нее эти баночки, они такие были красивые. Меня всегда поражало то, что очень вот в профессиональном уходе мне нравится, что минималистичный такой дизайн, просто белая баночка, серебряные буковки, очень красиво. Так, и у меня здесь акционный набор. Это серия Muse, она с экстрактом альпийской розы, которая действует восстанавливающе на кожу и борется с признаками старения на уровне ДНК. Это маска и подсвечивающий гамаш. Давайте посмотрим. А, видите, как в дизайне повторяется то, что вот маска с розой, здесь такая розовая красивая линия. Я думаю, что это именно связано с тем, что здесь роза. Так, давайте попробуем продукт. Очень приятный аромат, очень такая питательная текстура. Я почему-то не подумала, что надо было взять с собой салфетку. Но маска, вот просто, мне кажется, что у меня после этого видео одна рука будет молодая и красивая, а другая правая. Она обогащена розовой водой, но это чувствуется именно по аромату. Также здесь семена льна, и я чувствую, что она вот увлажняет. Такой, оказывается, немножко даже охлаждающий эффект. Вот я нанесла ее,
и такое легкое чувство освежения. Вот прям, мне кажется, что она должна после использования сразу оказывать какой-то такой мгновенный эффект. Написано, что эта маска не высыхает, ее нужно наносить на 7-10 минут на лицо и область декольте. Кстати, многие забывают об этом, но обычно косметологи советуют наносить весь ваш уход, который вы наносите на лицо, также на шею, на декольте и вот тот остаток, который остается, на руки, потому что у вас может быть супер красивое, ухоженное молодое лицо, но при этом на руках и на шее выдается возраст в первую очередь. Об этом все говорят, но все почему-то этого не делают. Так, ну что, я смыла нашу маску, и рука прям выглядит, чтобы моложе, но реально как будто более равномерный оттенок. Правда, здесь такая более розовенькая, а здесь уже сглаженный такой рельеф, и она очень мягкая, и такая кожа прям бархатистая-бархатистая. Я надеюсь, теперь у меня будет действительно молодая рука. Итак, у нас есть гамаш, возвращающий вашей коже сияние. Усиливает эффект ухода, направленный на борьбу с морщинами. Это здорово. Классно, когда средства одно другое дополняет, но мне кажется, что в профессиональном уходе так всегда. Это, кстати, серия для домашнего ухода, потому что у бренда Кристина есть и профессиональный уход, ну, в плане в больших объемах, и домашний. Так, гамаш очень такой молочная как будто консистенция, но я не чувствую каких-то отшелушивающих частиц, то есть он очень-очень нежный. На самом деле здесь вообще нет никаких скрабирующих частиц, которые вот делают такое шершавое, да, ощущение. Все очень гладкое. Написано, что он глубоко отшелушивает, оживляет кожу, придает сияние. Также каждый месяц на официальном сайте Кристина проходит акции. Вы получаете два продукта домашнего ухода по цене одного. Я оставлю вам ссылку на эти акционные товары, вы сможете посмотреть те наборы, которые представлены на сайте. И эта акция меняется каждый месяц, появляются новые наборы, так что вы можете следить, добавить себе где-то в закладочке на компьютере и следить просто за новостями, обновлениями. В акции участвует несколько разных видов линеек для чувствительной кожи, хотя мне кажется, у нас сейчас у всех чувствительная кожа. Также линейка направлена на увлажнение, предупреждение признаков старения, на разглаживание морщин, интенсивный лифтинг, средства для проблемной жирной кожи, кожи, склонной к куперозу. В общем, огромный спектр разных средств, поскольку это профессиональная косметика, то на каждую проблему есть свое решение. Вы можете ознакомиться внизу со всем списком, чтобы вам было просто проще ориентироваться. Поскольку эти акции действуют каждый месяц и они меняются, у вас есть возможность попробовать чуть ли не весь спектр средств и выбрать для себя самые любимые. Кроме этого, ко дню сайта Кристина Cosmetics UA проходит розыгрыш Apple Watch Series 4, так что не пропустите. Действует акция это до 30 ноября, у вас еще есть очень много времени, чтобы в ней поучаствовать. Условия тоже оставлю внизу. Также на сайте вы получите 10% скидки на всю продукцию бренда Кристина с моим промокодом, который звучит Краснова бонус. Я его внизу пропишу, чтобы вам было проще его использовать, просто скопируйте и вставите. А на этом все, мы переходим к следующему пресс-паку. Следующий пресс-пак, который на меня смотрит, это вот такой красивый тубус от Lancome. Я видела в инстаграме у блогеров, что там, но сама лично не открывала еще. Хотела вместе с вами почувствовать эту радость первого открытия. Это помады. Ой-ой-ой. Так, 9 оттенков помад Lancome. О, информационный лист. Смотрите, как красиво написано от руки. Золотые буковки Лиза, этот набор ультраматовых помад для тебя, я как раз без помады. L'Absolue Rouge Drama Matte, make it matte, make it blast, stand out. Так, а что же мы выберем? Я помню, что здесь есть такая помада в моем классическом оттенке любимом, ну, типа такого, о, пыльная роза, какая красивая. Но, знаете, это все, что я люблю. Очень много подписчиков мне, кстати, пишут, что я выбираю типа мрачные помады. Фух, какой красивый цвет рубиновый. Ну, мне нравятся такие помады, знаете, такие немножко мертвецкие. Это действительно такой мой форматик. Ух ты, вот это мне прям очень нравится, очень здоровская. У меня еще есть один пресс-пак от Lancome, я вам сейчас его покажу. Тоже очень красивый. Вау! Может быть, такой помадой накрасить губы? Мне кажется, что под моей кудри она бы очень здорово смотрелась. Или вот это. Я ее пока отложу. Это очень красивая, кстати. Муки выбора Lancome. За что вы так со мной? Ух, вот это наверняка будет безумно. Вау. Сейчас как раз мы с вами вместе попробуем. Я думаю, что это было бы здорово, конечно, тестировать сразу все вместе с вами. Но с другой стороны, это было бы очень-очень долго. Эти видео и так космически длинные. Она такая мягкая. Ну что, как вам? Мне нравится такая неоновая, забавная очень помада. И у нее очень приятная формула. Просто ты наносишь, и она прям сразу тает, при этом очень-очень мягко ложится, такое чувство, что она не матовая, а вот кремовая, именно по нанесению. И зубки немножко отбеливает. Красивенная коробочка. О, мне теперь подходит эта помада, она. От Lancome. Лимитированная коллекция с брендом Prince Scully. Здесь есть красивая книжка, я уже успела ее полистать.
с разными всякими вот такими вариантами мейкапа, в общем, информация про эту коллекцию, что за продукты, почему, как они создавались. Тушь Мсье Бик, я уже ее пробовала, снимала про нее, но она в очень красивом оттенке бургунди, я оставлю ссылку на отзыв про нее. Тушь очень круто красит, делает обалденно нереальные ресницы, просто замечательные. Красивая кисточка с ручкой, вот такой комбинированной. Это синтетический ворс, но он очень мягкий. Также Cushion, Cushion Highlighter, вау. У меня есть уже, кстати, один Cushion Highlighter в коллаборации с Альбером Эльбазом, который в Lanvin. Уф, цвет. Слушайте, он красивый. Тот Cushion совсем не такой эффект дает. Этот очень здоровский, я думаю, что нам нужно сделать с ним макияж. И что-то интересненькое. Это какая-то помада. Вот здесь каял. И здесь у нас вроде какой-то блеск. Ага, наверняка нужно наносить каял и сверху покрывать этим блеском. Блеск, кстати, красивого оттенка. Я думаю, что нам нужно их потестировать в каком-то отзыве про люксовый нанит. Что же дальше? А дальше моя прелесть. Пресс-пак от бренда Lime Crime. Это так приятно. Я когда была в Англии, я их отметила на фотографии. Написала, что у вас классное средство. И мне прислали немножко новинок. Вот открытка, подписанная от руки. Спасибо огромное. Теперь я смогу красить свои розовые волосы вот в такие красивые оттенки. Кстати, говорят, что вот этот цвет очень нежный и классный, дает эффект такой пастельный цвет. Хотелка под влиянием YouTube. Вот такая палетка. Очень много было отзывов у блогеров на эти палеточки. Мне нравится их такой дизайн из детства нашего. Не знаю, ваше ли детство, вот такие вот штуки, типа тетрис и все эти вещи. Красивые цвета, я очень люблю такие оттенки, если вы давно на моем канале, вы знаете. Вот этот оттенок просто бомба, очень-очень здоровский. А также здесь у меня два оттенка матовой помады. Faded, вот такой вот цвет, я очень себе люблю всегда. И Утопия. Посмотрим, попробуем вместе с вами. Кстати, если у вас есть какие-то впечатления о средствах, которые я здесь показываю, вы, пожалуйста, делитесь своим мнением в комментариях. Мне будет очень полезна эта информация. И самое потрясающее, что я очень хотела, это набор кистей с вот таким вот аквариумным дизайном. Вы помните эти ручки? Боже мой. Накатывают такие приятные воспоминания. Вообще, Lime Crime, конечно, такой бренд, вот реально для единорогов. Он такой сумасшедший, по-милому, вот прям по-доброму. Это вот такой красивенный дизайн. Я еще не добралась своими ручками до нее, даже не представляю, что здесь внутри. Но я видела в Instagram очень много фоток. Там какой-то супер магический дизайн палеток. Вау! Внутри столько всего. Я же думаю, вы знаете, что я, конечно же, поделюсь вместе с вами. И у нас, как всегда, традиционно будет розыгрыш. И условия вы сейчас увидите на своем экране. Какая красивая палетка. Здесь и хайлайтер я вижу, и типа контуринг, бронзер. Здесь даже есть зеркало внутри. Я кое-что посмотрю, я просто не хочу все открывать, чтобы для вас был сюрприз, что вас ждет. Масочка для сна. Ах, мне масочка для сна, к сожалению, не нужна, потому что сна у меня, в общем-то, нет, поэтому и в масочке надобности нет. Такая темная помада с светлой серединкой. Мне кажется, что это такие бальзамные помады, которые делают эффект того, что ты можешь сделать что-то более плотное, более легко нанести. Мне интересно попробовать пооткрывать палеточки, посмотреть, что здесь внутри, потому что обычно палетки это самое интересное. Красивый дизайн. Блин, ребята, вы сделали очень классный дизайн. Мне кажется, или здесь должна зажечься лампочка? Так, вы смотрите. Это палетка хайлайтеров в зеркальце с подсветкой. Как вообще до этого можно было додуматься? Я не представляю, сколько эта должна палетка стоить, чтобы вот такой вот весь дизайн окупить. Но это очень бомбическая идея. Вы у меня теперь в топчике брендов, которые делают самые потрясающие упаковки, честно, без шуток. Это, конечно, было только что для меня прям шок-контент. Следующая красивая губастенькая косметичка. Здесь у нас новые помады от бренда Vivienne Sabo, а также варенье из роз. Я вам говорила, что еда – это самый лучший подарок. Я вчера просто посмотрела, что это. Это новые помады, я уже даже попробовала одну такую. Помада с ароматом варенья из лепестков роз. Сейчас покажу вам ту помаду, которую я использовала. У меня 4 оттенка. Вот такие они яркие. Здесь неоновые. И, конечно же, я выбрала вот такой вот. На себя нанесла. Она очень-очень приятно наносится. Она действительно хорошо схватывается, становится матовая. По поводу стойкости я так и не смогла определиться, потому что у меня было совсем мало времени, чтобы ее попробовать. Мне просто чисто хотелось попробовать консистенцию.
Она красивая, она действительно хорошо, удобно ложится на губы, прям высыхает. И мы с вами обязательно потестируем эти средства. Пахнут очень здорово. У меня есть, кстати, специальная скидка на бренд Vivienne Sabo, также на бренд Rimmel. Я внизу оставлю ссылку, вы сможете купить все, что вам понравится. И скидка суммируется со скидками, которые уже действуют на сайте. Так что уже эти новинки, если у вас нет терпения, вы можете попробовать первыми вместе со скидкой. И бренд Rimmel прислал переводные татухи. Также здесь много разных лайнеров, я так понимаю. Lip Art Metallic. Ау, это металлическое покрытие. Ого. И это надо наносить, наверное, поверх помады. Я думаю, что тем, кто занимается визажом и всяким таким, вот здесь еще такой синий оттенок. Честно говоря, обычно у меня Никс ассоциируется с такими сумасшедшими средствами. Также два вида подводки. Вау, она прям краснющая. Ого! Она, кстати, такая жидковатая. У меня подружка очень любит подводки подобного плана, чтобы они были вот с такой кисточкой. И черная с очень красивым шиммером. Это подводка молния. Вау, а это с черепками. Обалдеть. Посмотрите, подводка с черепками. С ума сойти. Так, если вам вдруг нужно немножко сумасшедшенки, вы знаете, куда обратиться. Скидка и промокод, и ссылка, и все будет внизу. Это вот такую бархатно-лаковую коробочку от бренда NYX. Очень она такая приятная, тактильная. И внутри здесь, я знаю, что здесь двойное дно. Я уже подсмотрела у других девочек. Новые помады, я их недавно совсем еще только увидела на сайте и в инстаграм бренда NYX, так что вы можете подписаться, у них классный инстаграм, они про все новинки пишут там. Это новая помада, которая дает пудрово-матовый финиш, представлена в 24 оттенках. В двойном дне скрываются новые глиттерные тени для век, новая тушь цветная, вот такие вот типа тени фольга. Давайте все посмотрим. О, вау, они прислали вот такие наклейки, чтобы делать swatch-видео, знаете, наклеить, и чтобы у тебя были красивые сердечки. У меня есть тени стила, я вот сегодня никак не могу с ними ничего снять. И вот они, Glitter Goals. Давайте откроем и попробуем. Если эти штуки будут такие, как стила, то я буду вам супер сильно их советовать и говорить, что платить больше не нужно ни в коем случае. Чин-чин-чин. Надо посмотреть, как они будут держаться. Пока что выглядит очень красиво. Конечно же, я возьму розовенькие глиттеринки. Так, открываем. Давай, давай. Они откручиваются. Ох, господи. Они такие кремовые. Очень-очень мягкие. Я думала, что они очень плотные. Они такие прям... Они как кремовые тени. Вот такие. Здесь вот есть такой красивый золотой шиммер. Также у меня есть вот такая красивая коробка от бренда Lino. Я в своем видео про топ-5 бюджетных новинок, если не видели, ссылку оставлю, показывала карандаш для бровей. А также у меня есть здесь очень много других продуктов. И напишите, что бы вам интересно было увидеть. Видео первое впечатление об этих средствах. Либо же видео с уже моим каким-то финальным впечатлением, когда я всем этим попользуюсь подольше и смогу вам рассказать свое мнение. Потому что из всей коробки я взяла только карандаш для бровей. Он был идеального супер оттенка, я его пробовала, он класснючий, я его добавила в то видео про фавориты. Коробочку остальную не трогала, так что вот здесь, пожалуйста, проголосуйте. Бренд Benton прислал мне много-много-много своей продукции. Целая коробка их масок. Для лица я очень люблю вот такие вот одноразовые маски. Это та, которая с пчелиным ядом. Звучит, конечно, страшно, но пчелиный яд очень лечебное оказывает действие на нашу кожу. Также здесь есть маска с алоэ успокаивающая. Очень люблю алоэ. У меня дома, кстати, растет очень пушистый алоэ. Какао-увлажняющий крем. Давайте распечатаем и попробуем, пахнет ли он какао. Сладким какао он не пахнет, констатирую. К сожалению, а я была бы рада. Также здесь сыворотка из этой же серии с какао. Красивый такой белый флакон. Ух ты, они также мне положили целую кучу пробников. Вот это здорово, когда у тебя есть маленькие пробники, ты можешь все попробовать. Их здесь очень-очень много. Если вы пользовались продукцией Benton, напишите мне, пожалуйста, ваше любимое средство, потому что посмотрите, сколько пробников. Это просто... Обожаю. Обожаю людей, которые кладут пробники. Также ферментированный крем для кожи вокруг глаз. Я слышала очень-очень хорошие отзывы про него, что он прям там супер подтягивает, снимает всякие синяки. И ты просыпаешься утром, смотрите, все запечатано. Вот это огромный плюс, что все закрыто и точно 100% никто не потрогает твои баночки, как было у меня однажды. Тоник с БХА-кислотами и очищающая пенка. А вот эта пенка прям одна из бестселлеров бренда, насколько мне известно. Она очень большая. Вот такую пенку я помню однажды, я чуть ли не 2 года пользовала, потому что ты ее используешь, она очень классно пенится. Ее нужно совсем чуть-чуть. Ты пользуешься, по-моему, она тебе уже надоела, ты берешь что-то другое. В общем, она стоит, но
В том и прикол корейских брендов, что у них очень экономично расходуемые средства. Работают на ура, расходуются очень минимально. Покупаешь одну баночку и пользуешься ей какую-то целую вечность. Мне кажется, что с некоторыми корейскими средствами можно и на пенсию выйти, как, например, с пенкой для умывания. Также здесь у меня есть алоэ прополис, увлажняющий, успокаивающий гель. Вообще прополис, кстати, если у вас нет аллергии на мед, вот мед и прополис очень классно работают на коже, тусклой, такой уставшей, грустненькой, вот если вы не высыпаетесь. Лосьон с высоким содержанием муцина, улитки. Я поняла, что у меня будет масса нового ухода. Я вам рассказывала про свой летний уход, ссылку вот здесь оставлю. Говорила, что я на осень-зиму меняю свой уход, какие-то средства добавляю, какие-то убираю. Ну, в принципе, те, которые я супер всегда люблю, они остаются, но основная база, грубо говоря. Но что-то я добавляю всегда, чтобы по потребностям кожи, по смене погоды, я всегда корректирую свой уход, и вот, в принципе, у меня будет что попробовать, о чем вам потом рассказать. Очень классная новая штука, ну как, очень классная, судя по описанию на сайте, я еще лично не пробовала. Но это вот такие пенящиеся очищающие губки. Я, когда прочитала и посмотрела, как это работает, я, конечно, была немного шокирована. Вот у меня есть для лица и для тела. Одна губка используется один раз, вы ее как бы, я оставлю ссылку, скорее всего, лучше на этот сайт, вы посмотрите, как это работает, потому что я сама еще не пробовала, чисто вот отзыв по видео в интернете. В общем, ее достаете, вспениваете и минутку делаете эксфоляцию лица, спонж, пилинг для лица с витамином С. Вот, есть для лица, для тела. Ошелушивает мертвые частички, предотвращает закупоривание пор. Я просто читаю, перевожу сразу с украинского языка. Содержит молочные кислоты и витамин С. Хорошая альтернатива проведения поверхностного пилинга. Это классный вариант. А я попробую и расскажу вам. Возможно, даже мы могли бы снять вместе с... Свет говорит, что, по-моему, пора заканчивать. Возможно, мы вместе с вами могли бы снять видео тестирование первого впечатления. В общем, если вам будет интересно... Все, что вам интересно, пожалуйста, пишите внизу в комментариях. Это одно из условий розыгрыша нашего с вами сегодня. И я благодарю вас за просмотр. Я надеюсь, что видео вас немножечко развлекло, было вам полезным, интересным. Если чем-то пользовались, напишите внизу в комментариях, чем, какие ваши впечатления. Я желаю вам прекрасного дня и до новых встреч. Пока!